Всем привет из Лондона. Сегодня покажу вам, как наша детская выглядит, хоть она еще до конца не доделана, все-таки еще кое-какие вещи добавятся в нее, но в принципе в целом уже, так как эта комната достаточно небольшая, она маленькая, в нее все равно много чего не поместится, то в принципе общая картинка уже очень даже видна и заметна. То есть вот как оно все будет. Сейчас я это все покажу и расскажу немножко. Та комната выглядит, когда в нее заходишь. Сразу возле двери стоит пеленальный столик. Вся мебель у нас Silver Cross. На пеленальном столике пеленальный матрас в цвете старинный розовый, vintage pink. И в нем есть подушечка и также пеленка, которая водонепромокаемая, все это на липучке, и такие непромокаемые пеленки, их две в комплекте. Потом детская игрушка, тут можно увидеть имя, какое мы дали дочке. И эта игрушка была на бэйби-шауре, то есть подарок от одной из наших друзей. На одном из видео, когда я открывала подарки с бэйби-шауэра, я показывала эту игрушку в сложенном виде, чтобы имя не было видно. Еще и говорила, что она персонализированная, поэтому показывать не хочу, потому что тогда мы еще держали это в секрете, ее имя. Тут будет картина, которую я делаю сама. Хочу закрыть эти розетки, чтобы их не было видно, потому что, понятное дело, что телевизор ей на данный момент не нужен. Так, посмотрим, что у меня в шуфлядках. Тут в первой у меня муслиновые пеленки, носочки и варежечки, также салфетки и все остальное. Во второй у меня ползунки и бодики. Это то, чем мы пользуемся на данный момент. Кое-какие из них чуть-чуть большие, но это когда она чуть-чуть подрастет. Уже очень скоро. И тут у меня все постиранные простыни и то, что на данный момент мне как бы особо не надо в этой шуфлядке. Возьму заодно одну простынь, мне надо поменять на детской люльке внизу. И как я уже сказала, почти все у нас в детской от Silver Cross. Это английский бренд, очень-очень старинный, такой очень давний и очень-очень популярный. Тут стоит кресло, не совсем кресло-качалка, но на нем можно немножко покачаться. На кресле у меня лежит покрывало, тоже от Silver Cross. И, по-моему, в одном видео я его тоже показывала. Это из линии Мари Шанталь. Оно было достаточно дорогое. Оно шерстяное. Поэтому, я думаю, такая цена была достаточно высокая. Ну, плюс Мари Шанталь тоже очень дорогой бренд. Но потом на него была очень хорошая скидка. Это так я его купила. А потом на самом деле скидка была еще больше. Я думала, что да, немножко на самом деле поторопилась, могла подождать. Но кто знал. На подоконнике стоят фотографии ее в рамочке. Одна с отпечатками ручки и ножки, и вторая с браслетом из больницы. В этом пакете, который вот стоит, я храню всякие открытки и все то, что как бы вот нам сейчас дарит, это ей на память потом, потому что пока еще у меня не куплен сундучок для того, чтобы все это хранить, поэтому пока все стоит в пакете. У них тут в Англии, кстати, очень-очень принято, то есть покупать сундучки детям и собирать туда все воспоминания до их 18 лет. Потом открываю шкаф. В шкафу очень много вещей. Все, и моя мама, и бабушка говорят, боже, сколько у нее вещей. Больше, чем у нас, наверное. Ну, больше, чем у бабушки, так точно, у моей. Вот, но это вещи до года. Там у меня все разделено. Так что, на самом деле, это просто выглядит, как будто очень-очень много. На самом деле, все это потом постепенно, как она будет вырастать, убираться. И тогда будет не так уж и много казаться. Так, тут стоит мусорник. Мусорник специальный для подгузников, с мешочками, Томми Типпи, которые помещаешь подгузник туда, и потом вот так вот крутишь, оно, получается, заворачивается, и запаха нету, как бы не оставляет запах в комнате, а изолируется. Потом детская кроватка, на
кроватке лежит погремушечка, зайчик и другие игрушки. Тоже зайчики и мишка. И на этого мишку записано ее сердцебиение, когда она была еще у меня в животе. Вот такой вот очень милый медвежонок. Все ей это останется на память. И игрушки-зайчики, потому что мы ее называем наш маленький зайчик. Вот. Или как муж называет, Little Bunny на английском. Вот. Потом покрывало. Покрывало в том же цвете. Этот старинный розовый Vintage Pink от Silver Cross. И простынь тоже белая от Silver Cross Marie Chantal. Также матрас от Silver Cross. Божечки, мы все купили. Мы все купили от Silver Cross на самом деле, потому что было легко и просто у них. И размеры, хотя размеры всюду одинаковые, но просто, не знаю, мне понравилось по описанию. Ну и как бы фирма достаточно очень хорошая, как я сказала, что у них направленность на клиента, то есть они стараются угодить, и если вдруг что-то не так, они действительно стараются решить проблему. Хотя во многих других фирмах, то, с чем я сталкивалась, то они просто возвращают деньги и говорят, нет, нету, в наличии все, и разбираться мы с этим не хотим. Поэтому это, конечно, огромный плюс. Потом, когда она уже будет жить в этой комнате, у меня есть и бампер такой же розовый, и также на смену есть белый со зверюшками, все той же фирмы, и также одеяло. Также стоит камера от Motorola, она называется Halo, а какая точно модель, я уже не вспомню. Она изображает одну картинку на потолок, то есть это вот можно делать в течение ночью, например. Также она играет мелодии и сказки. Все это, конечно, на английском языке. Я не знаю, доступно ли это на русском. И смотреть картинку из камеры можно на телефоне, скачав приложение, либо же на вот таком вот мониторчике, который тоже можно с собой переносить и брать. Вот так вот комната выглядит из коридора. То есть маленькая комнатка, но очень-очень милая. Ну вот, еще кое-какие вещи мы будем добавлять, как я уже говорила. То есть еще занавески тут должны будут быть, там картина сзади, там, где место для телевизора, лампа еще будет потом. Ну, комната не очень большая, как вы видели, и сильно много в нее не поместится. Конечно, это, в принципе, уже практически то, как оно и будет выглядеть. Конечно, когда она уже будет тут, еще появятся игрушки и так далее. Сейчас она просто очень пустая, эта комната. В ней никто не живет на данный момент. Но мне очень нравится, как она выглядит. Я очень-очень довольна. На этом все на сегодня. До скорых встреч. Пока-пока.